Да сдохни, мразь! День? Что еще за день? Да вы издеваетесь! Призрачное боевое говно. Как тебе такое? Меня тут какой-то эбонитовый воин встретил и говорит, время настало. Вы не знаете, ребят, о чем он? Я сделал все, что только можно было. Ничего не осталось. Никаких новых приключений. Злодеев, которых нужно убивать. Да полно злодеев, чувак. Вызовов, которые нужно принять. Лишь полно ты, злодеев. Ты мое последнее приключение. Лишь ты можешь отправить меня в Савангард с честью. Подготовься как следует и ищи меня на моем последнем посту. Да и ты, Стража Рассвета ищет добровольцев, готовых выступить. Да вы что, все издеваетесь, что ли? Что скажешь? Да? Ну что, теперь у тебя другое мнение? Стражи Рассвета нужны люди вроде тебя. Израну ты понравишься. Иди поговори с ним, он в форте Стражи Рассвета. Это к юго-востоку от Рифтена. Он и решит, выйдет ли из тебя Страж Рассвета. Бронька прикольная у него. Да, чувак, доспехи зачем? В следующий раз мы встретимся на моем последнем посту. Да я еще вообще не прокачан. Я представляю, как он здесь жирный. Это вообще просто... Так, тут есть кнопочка взять все. Сейчас мы все заберем и станем бесконечно тяжелыми. Не знаю, куда это войдет, но в общем-то можно, наверное, поприветствовать всех в следующем эпизоде. Я уже отбомбился, и у меня новый план. Хочу опять пойти подраться с этим. Я к его некромантам. План взять все, что у меня есть на резист от молнии. Вот, и закинуться эссенцией от привидения. Ну, в общем-то, можно еще и покачаться, не обязательно. Я, наверное, за кадром попробую. Сейчас мне надо домой перемещаться, там все сложить. The Requiem for a Balance. Данный момент, эпизод, войдет в игру только если у меня получится в этот раз. Пытаемся что-то сделать. Щит, как всегда, не хочет опускаться. Блин. Так, еще один. Скотина. Ловушки дурацкие, ловушки.
сдохни. Меч. Меня не меч. Я покончу с твоей презренной жизнью. Вот так. Так. Что-то получается. Что-то получается, но я меня опять скорит. Глючит блок, скотина. Ах ты мразь! Что ты сделал со мной, гад? Хрена себе! Блин, теперь, я же не выпил, правильно? Блин, сзади подошел еще один. Да ёлки! Вот так. Чуть-чуть не хватает мне сноровочки. Я покончу с твоей презренной Да блин! Я покончу с твоей. Так, надо. Вот это сделать. Вот это сделать, вот это сделать и в бой. Так, я еще жив! Блин. Ты у меня сгоришь! Мгновенно, вот. Блин, не хватает мне здоровья. Так, а что у нас с колец одето? Ты у меня сгоришь. Ничего, прикинь. Нормально. Ладно. Я покончу с твоей презренной.
Ну давай отхиливайся, блин, скотина. Блин, как же он мочит-то, а? Я его не уронить ничего не могу. Просто ничего не могу. Тихо держи. Просто какой-то бешеный вообще. Не влияет его. Он еще и отступать здесь начинает. Вообще зашибись. Ну да, я, блин, всасываю вообще по полной. Какой же у него? Так, он отхилился, нам нужен раунд 2. Надо как-то от него убежать. А он не слышит тоже. Вали! Бежим отсюда. Так. Сохранимся здесь, окей. Надо отхилиться. Почему он по мне достает, а я от него нет? Посмотрим, кто у кого сгорит. Так. Лицо регенерации. Жили регенерации. Сейчас отхилимся. Может, здесь проще будет. У меня еще есть скума. Блин, а чё я с этой сабелькой-то бегаю? Так, ну чё, погнали тогда, что мы делаем? Урон морозу жидкий, можно вот эту сделать тему. Так, сейчас жрём привидение, скуму и вперед. Да сдохни, мразь! Тень? Что еще за тень? Да вы издеваетесь! Вы издеваетесь, что ли? Как
Какая еще нахрен тень? Вы издеваетесь? Я его убиваю, но из него вылазит какая-то тень. Я погоню! Где ключ? Чё-нибудь-то дайте. Да беги ты, блин, дебилой. Я в шоке, бро. Это как вообще вы додумались сделать такой квест? Это что вообще такое? Где у меня скорик? Его тень вызывает какую-то просто... Что вообще происходит? Вы что, издеваетесь? Серьезно? Вот это сейчас на полном серьезе, что ли? Его тень 80 уровня, ёлки-палки. Охренеть можно. Ну я не знаю. Спасибо. Но здесь, я не знаю, это просто какой-то бред. При том, что мне еще и выйти отсюда не дают. Это что такое? Блин, у него еще 1500 жизней, 1050 точнее. Это что за нафиг? Что мне нужно сделать-то? Просто мой мозг полетит. Коран, блин, сраный. Как его убивать-то? Классно. Вообще супер просто. Просто супер. Я в шоке, просто в шоке. Я не знаю, что делать. Это вообще какой-то бред. Еще и тень эту валить, я вообще не знаю как. Сильная порченная тень Дриморы. Ну класс вообще, супер.
Самое главное, что на меня никто не нападает. Ну, как сказать-то. Блин, 3 эссенции осталось. Двадцать пятого уровня. Беги давай отсюда. Блин. Галочка стоит на Малакате, но это тень, это... Я думал, я победил, прикинь. А хрен там плавал, блин, парниша. Ты обосрался, чувак. Почему? Ну, как бы потому, что еще и тень его надо вырубить. И ладно тень, он еще и призывает эту... О, он рассыпался. Отлично. Сейчас надо нападать. Давай мне, ёлки-палки! Не знаю, что лучше, пустяннее или вот это. Нет, 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 не надо тут стоять. Мое оружие! О, мое! Так, сохраняемся. Меня оружие лишили. Но это не значит, что у меня нет другого. Так, кто это заходит? А, это он и заходит. Зашибись. Иди отсюда! Блин, это просто это самое жесткое просто, что было в моем игровом опыте. Вот такая вот просто хрень какая-то. Ладно, ничего, подожди. У нас есть сохранение, это самое главное сохранение. Их осталось не так много. Главное, чтобы он опять этого воина призвал. Подожди, он что, перемещается в другого? Охренеть! Вы что, издеваетесь? Незаконно! Это незаконно! Вообще, блин! Я еще избить его! Да не стой ты на молнии! Блин, как же тупо я сражаюсь! Какое здесь тупое управление? Все кончено. Повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Охренеть. Я блядь. Где моя сабля? Где моя сабля?
Куда у нас сам идти? Где моя сабля, ублюдки? Кот, уйди! Мешаешь, блин. Кот, ты дико мешаешь вообще. Ну чё припёрся-то сюда? Так, всё. Сколько тебе? Где моя сабля? Куда она отлетела? Так, ладно. Подходим к пьедесталу. Ой! Забрать сияние рассвета. Нет, нет! Подожди! Ну ладно, я сюда вернусь. Малкоран мертв. Да, Малкоран. Скайрим обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Фу! Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Пусть свет уверенности ведет тебя. Хрена себе. Сияние рассвета. Главной целью сияния рассвета является уничтожение нежити, где бы она ни скрывалась. Вот это, блин, меч. Ну чё, я это сделал. Это просто... Вот, ну... Я очень рад, конечно, но это просто... Это жесть, честно. Это жесть, потому что... Потому что это жесть. Потому что после убийства этого, блин, дикого просто поцика... Просто какой-то невменяемый поц. Появляется его тень! Тень! Появляется у меня. Видишь ли. Ты чё, Гарри Поттер, блин. Я забыл там свою саблю. Хотя, блин, нахрена она сейчас уже нужна? Если у меня есть сияние рассвета, зачем мне сабля, правильно? Логично? Логично. Но проверить надо. Я просто боюсь, что я потом не выйду оттуда. Там же дверь-то закрывается, когда открываешь. И как перенестись, непонятно. Ключ я не взял, блин. План, сейчас посмотрим. Да ну брось! Ну ё-моё. А, кстати, моё оружие здесь. Не зря. Не зря я вернулся. Так, ладно. Давайте тогда сделаем так. Я сохранюсь. И загружусь. Где мы загрузимся? А вот здесь. Когда все уже кончено, я так понимаю.
Я хочу найти свой меч. Это, ну, как бы, мне не нравится такое. Я должен, как сказать, скверненное тело. Куда он отлетел? Просто я так понимаю, здесь же все как бы отлетает по физике. Ёлки-палки. Ключа-то, кстати, возможно, и нету. Но здесь один, точнее, двое вот этих мертвяков еще осталось. Как с ними быть? Их же тоже надо упокоить, правильно? Блин, кот достал, честное слово, просто. Хватит орать! Че ты орешь-то ходишь? Успокойся давай. Он еще и глухой у меня. Он себя не слышит. Вот она. Я нашел ее. Да блин, оттень ты ее, ё-моё. Надо этих тоже упаковать. Не делай. Я как будто сильнее стал, хотя я не вкладываю. Трон. Во, еще вот этого парня надо обыскать. Несравненного колдовства. Припарка. Так, ну это пусть он себе забирает. Я не некромант. Септим, стеклянный. Так, ну вот это я понимаю, сейчас будет все нормально. Я только не знаю, что выбрать, снести ее свет или не нести. Но учитывая, что мы пойдем в Стражи Рассвета, так скажем, я думаю, что лишним не будет. Хотя она вроде как доэдра. Ладно, сейчас попробуем и так, короче, наперекосяк. Ну это жестко вообще, я вам хочу сказать, ребята, это жестко. Где его убил-то? Останки призрака. Здесь где-то он. Да, точно. Тут. Это ППЦ. Просто вообще, я не знаю. Я, конечно, затащил. Я думал, что, ну, надо будет идти качаться, еще лет через 10 сюда возвращаться. Ну вот так вот по чуть-чуть, потихонечку. Так, ладненько, сохраняемся. И надо будет по-любому возвращаться, забирать звериную похлебку и мечи. Малкаран мертв. Возьми сияние рассвета и с ним выжигай злодейство. Так, отвечай. Твоя вера не важна. Угу. Древо не думает о лучах, приносящих тепло солнца. Когда ты поднимешь сияние рассвета, мой свет коснется мира. Ну, ок. С верой я в Скайриме еще не определился. Для меня это такой вопрос. Вот, поэтому. Все. Берегись, нежить, короче говоря, да, я так понимаю. Так, там мы были точно. Ну что, надо забирать, к сожалению. Отлично, мы справились. Блин. Это реально было, это очень сложно было. Но я просто сделал выводы, что я пришел неподготовленным и что нужно резист к электричеству. Электричество меня просто убивало. Как бы от холода есть эссенция призрака, которая дает хорошую защиту, а вот от электричества у меня практически не было никакой защиты. Поэтому
Но все равно, это, блин, вот эта механика, конечно, у них вообще пипец. Я не знаю. Она очень жесткая. Он просто... Самое поганое, что ты его не можешь сбить никак. Блин, она не могла мне подарить меч до того, как я сюда пойду. Ну, это как бы логично, да? То есть, дай человеку хотя бы инструмент-то в руки. Ну, как бы, а тут это вообще как-то странно. Сначала выполни квест, потом получишь... Блин, вообще. Ну, ладно, надо проверять, что сейчас на драугерах получается. На всяких, на вампирах, там. Все забрали. Ну да, я все сложил, потому что мне тяжело было идти. Я набрал всего с собой. Вот. И в итоге мне стало тяжело сюда вообще идти, в принципе. Я уже за кадром там готовился вчера вечером. Думаешь, блин, просто какой-то бред. Но этот меч, я так понимаю, он... В принципе, он и по физике неплохой, да? 130. Ну, красивый. Как на него посмотреть? Поближе. Очень красивый меч. Спасибо. Фух, я реально вчера чуть игру не дропнул. Ну, как бы, потому что это вообще... Ну, тяжело продолжать играть, когда просто ты такой думаешь, о, я вроде докачался, блин. А из тебя просто отбивную делают каждый раз. Ну, возможно, через видео вы сможете прочувствовать всю мою боль. Ну что, меня позвали в Стражи Рассвета. Появился эбонитовый воин. То есть я уже довольно сильно прокачан, я так понимаю, раз... Он еще такой, не осталось злодеев. Ни хрена себе не осталось злодеев, блин. Тут такой некромантище просто безумный тусуется в этих землях. Не осталось, говорит, злодеев, я все выполнил. Угу. Да, конечно. Все потратил. Так. Вот это я, пожалуй, заберу обратно. Где он тут был-то? Древний норский. Нет. Норский меч связан. Так, эти сапожки можно пока сложить. Орочий щит тоже. Ну, реально приходится... Билдить приходится, ребят. Короче, да. Ну, хочется опробовать меч на какой-нибудь... Так, и по опыту. Чё по опыту? Давайте посмотрим. Я ж до хрена опыт. По сути 244 тысячи. Это мы можем, чё мы можем, мы до хрена чего можем. Не знаю, стоит ли качать одноручку прям до упора, вообще куда вкладываться, либо просто пока что этот опыт попридержать. Ну, тяжелую броню по сути надо, да. Ну сколько здесь, наверное, всего лишь шага на 4 хватит. У нас Туум еще. Ну, это потом можно будет прокачать, в принципе. Ладно, давайте во что-нибудь воинственное сейчас вложим. Только я посмотрю, что тут есть вообще. 30 уровень. В принципе...
сложные типы, легкой, смотри как. А когда будет доступно нордские резные 50? 50. Эбонитовые 75. Так, доспехи Моровинда 50. А что для них еще надо? Ой, не знаю. Блин, я же хотел воинские посмотреть. Что у нас тут есть? Средоточие, меч. Это вторая часть, да? Мастерство. И совершенное искусство. Вы мастерски владеете видами одноручного оружия, что позволяет вам использовать их с повышенной эффективностью. Понятно. Модификаторы, всякие усиления. И вихрь. Ну, в принципе, надо тяжелую качать, я думаю. Хотя, возможно, зря я это делаю. Блин, походу я зря это делаю. Дай-ка мы не будем это делать. Я на этом уровне еще не брал уроки. Если он будет меня учить, то лучше я выучусь, елки-палки. Просто я боюсь вступать в Стражи Рассвета. Почему? Потому что, блин, потом начнется вампиры бесконечные. Хотя они сейчас нападают. Вот. Хотя они сейчас нападают. Ну, попробуем, ладно. Вступим. Может, что дадут нам интересно. Ну, квестовая какая-то цепочка по-любому появится. Стоит ли? Не знаю. Ладно, давайте. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли на этом уровне сейчас вступать в Стражу Рассвета. Так, пещера Волчий Череп. Кстати, была нежить. И мы ее не очистили, эту пещеру. Попробуем туда заглянуть чисто по приколу. Сейчас сохранимся. Я, конечно, такой интересный чувачок. Только что жаловался на драки с магами и опять иду к ним. А, подожди, Волчий Череп. Это нигде это жесть-то происходит? По-моему, да. Призрачное боевое говно. Вообще просто как нить. Кто там с кем дерется? Кто с кем дерется? Ничего себе тут магов. А, не, это нежить. Все? Больше ничего не умеешь? Вы что умеете? Так, отходим. Темный чародей.
Темный чародей. Так, сейчас подхилимся немножечко. Блин, у меня слишком большой вес. Все, да? Блин, меч крутой, конечно. А лечение-то где? Ёлки. Так, еще кто-то. Скелет, 30 уровень. Скелетик, да. Скелет, говорит, ты у меня сгоришь? Наверное, нет. Так, подожди, а если я хотя бы... Надо было пока ничего не подбирать, блин. Я же любитель подбирать все подряд. Ну иди, иди сюда, иди. У него какая-то огненная аура еще. А за этого парня... Ой-ой-ой-ой. Ай, отъезжаю, блин. Жаль. Так, давайте выйдем и зайдем. Мне кольца нужны мои. Сейчас я в лошадку все скину, что мне мешает ходить нормально. В принципе, нормально. Че, мы сейчас, может быть, и зачистим ее. Они что-то все повылазили. О! Кто-то наружу выбежал. Все! А, Драугр. Класс, слушай, как она жжёт. Вообще. О, это уже маг. Это уже магичка вышла, блин. Из волчьего черепа. Так. Эх, прокачу. Блин. Что такое? Я не пойму, я ее убил или нет? Не, на самом деле тема прикольная. Встречать ее на выходе. Только нельзя под Драугром попадаться. А то убьют. Блин, убивают! Да зараза, ты достала меня. Драугров слишком много. А жизни мало. Жить, 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 жить! Чуть-чуть не успел.
вот она. Дрянь такая. А я нет. Да вы достали, блин, такой толпой вонючий за мной бегать. Ладно, отходим. Тактическое отступление на лошадь называется. Сейчас я вас всех тут разнесу, блин. Алло! На себе холодку долбанули. На, блин, борщ. Да-да-да, сейчас посмотрим, кто у кого сгорит. Сейчас посмотрим, кто у кого сгорит. О, подходящий. Ага. А это что за жирный такой? Да хватит потом. Смотри, как шустро отъезжает. Опять скелет бегает. Да вы чё издеваетесь? Сколько ему жить тут? Ты что ли всех воскрешаешь? Не, ребята, с коня я не слезу. Чё с ним? Чё с этим парнем, ребят? Случилось. Скелет опять бегает. Так. Еще можно скинуть. Тихо. Кто тут что делает? Когда эта сосулька уже уйдет от меня, блин? Воткнулась. Ну давай поговорим. С этих парней ничего не видел. Класс. Попробуем вылечить это загрузкой. Нет, не лечится.
Так. Тетя улетела. Но он как бы мертвым числится, я так понимаю. Он там что-то взорвался. Придется опять скидывать. Лошадь опять забил под завязочку. Да брось! Блин. Ну ладно. Так, что у нас там в волчьем черепе дальше по списку? Ну, надо скоро заканчивать, 53 минуты. Я вообще не планировал, как сказать-то, я думал попробую, если получится, запишу, как я его убиваю. И все. Получилось, что это начало серии. Ну да, я помню, что там что-то светится у них, короче говоря, вообще безумие полнейшее. Или это не здесь? Здесь или не здесь, не помню. Да, это здесь, наверное. Но со столькими магами мне не справиться. Ну да, 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 да. Волчица дурацкая. Но это по-любому не все маги. Ну да, тут опять темный чародей 42 уровня. Шавок своих выпускал. Да, я, конечно, крутой со светом Меридии, но для такого дерьма еще пока рановато. Поэтому. Загружаемся, наверное, здесь. И что дальше-то? Либо надо вступать в стражи, но это в следующем эпизоде. Да, дружочек, пирожочек. Да, для этой пещерки еще мы пока что чуть-чуть слабоваты. В принципе, не, можно было бы, наверное, затащить, но я не хочу, честно. Не сегодня. Не два раза на дню. Мне еще надо скинуть все. Так. Хотелось бы мне на самом деле очистить шахту от драугров. Там был квест. Пределе. Очистить шахту от драугров. Наверное, мы этим и займемся. Ну, в общем, я разгрузился. Выложил все ненужное, что-то продал. В общем-то, неплохо себя чувствуем. Я взял сопротивление холоду сейчас. Я хочу выбить драугров из шахты. Вот. Здесь. Наверное, доскачем до туда. Почему бы нет? В целом, да, как-то так. Попробуем, просто я хочу посмотреть, насколько меч... Ну, меч крутой, очень. Очень крутой меч. Так, правильно я скачу? Интересно.
Свет. Меридий. Не проскакал я? Вроде бы. Это здесь. Уже должно быть поблизости. Ох уж мне эти торговцы транс... Ты сегодня заткнешься, нет? Какой-то бред вообще. Ну что с котом? Просто я не знаю. Это внутренние противоречия, что ли, его мучают? Я ничего не понимаю. Просто начинаются какие-то крики бешеные. Нормально себя веди. Разорался, блин. Чего вам не дают? Какой-то характер начинает свой показывать, вот этот вот капризный. Все ему не так. Так, блин, я не туда скачу. Я знаю это место, я его уже зачищал один раз. Вот шахта. Так, ну что, попробуем, да? Как говорится, всегда можно попробовать в игре, где есть сохранение. Почему бы и нет? Как говорится. Я предвкушаю, что предыдущее видео будет полно всяких комментариев на тему «ты дурак», ну или «ты не дурак, но ты неправильно играешь» и прочие варианты. Вот. Ну, потому что я там бомблю и вообще раздосадован и все такое. Вот. И действительно, я был в шаге от того, чтобы либо предложить просто проходить оригинальный Skyrim, либо... вообще забить на Skyrim. Так. А вот здесь, ребята, я даже не знаю. Либо брать льва... либо что-то типа обновления или регенерации. Ладно, давайте вот это возьмем. Говорят, хорошее кольцо. А что, мне тяжело? Ой, ё-моё. Да что ж такое-то? Блин. Что ж я такой тяжелый-то стал, а? Это из-за щитов, по-любому. Давайте в бочечку здесь уберем. Кувшин молока, кстати. Так, ну щит, наверное, какой-нибудь, да? Стойкость придется, наверное, сюда убирать. Все равно тяжелый. Зелий набрал, блин, как не в себя. Ничего себе урончик! Ты не озверел, дядя? Блин, обморожение. Ой-ой-ой. Ой, как вас тут много. Какие вы все нехорошие. 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 Нехорошие.
Да ты! Эй, открывай давай, собака. Да ё-моё. Блин, ну у меня как бы получается. Но эти твари очень мощные. Это вообще 88-го. Умник. Так. Тихо, я защиту. Отлично. Там был еще какой-то мощный чувак. Блин, ну с таким мечом можно жить, я хочу сказать. 30 уровень. Просто ваншот. Где-то еще один здесь гулял. Просто ваншот, ваншотович. Ага. Такие мечи, да? Так. А у этого был какой-то топорик. О-о-о. Прикольно, слушай-ка. Они прям такие здесь модные ребята. Это можно продать и разбогатеть. Так, сохраняемся еще разочек. А где третий-то, я не пойму. Вот он, 75 уровень. Ах ты мразь, я забыл защититься. Ладно, сейчас поговорим. Все равно мне на альт удобнее блокировать. Ну где ты? Смотри, трусит. Как тебе такое? С каким же удовольствием я это делал, ё-моё. Блин, ну меч того стоил, конечно. Меч просто настолько шикарный, что я не знаю, есть ли лучше. А, вот рычажочек, да? Правильно. Это такой, типа, рычажок на дурака называется. Прикольно. Так, что дальше вы нам предложите? Ой-ой-ой! Ловушечка. Понял вас. 30 уровень. Ну, это вообще... А это... Ну, то же самое. Чепуха. Блин, какой же это крутой меч! Высасывает меня, да? Открылись ворота, кто-то, блин, крикнул. А, 88, я понял. Ну и как всегда, у него что-то огненное. Восемьдесят восьмой, нормально. Да ты еще не пришел сюда, что ли?
Вот здесь, кстати, сопротивление огню бы не помешало. Реально. И зелье можно было выпить, но я как всегда, короче. Так. Здрасте. Угу. Ну, вы уже повылезали отсюда. Винишко какое-то. Бальзамирование, капуста. Хорошо, плавать можно? Для себя. Книжечка. Современные толкования технологий. Еще какая-то. Это мы уже читали. Но здесь как будто... Блин, королева-волчица у меня уже есть. Ламеллярные чищенный лунный камень. Блин, если здесь будет еще эти ребята, будет, конечно, хреново. Но по ходу дела будут, потому что железная дверь тут есть еще. Не-не, так лучше не сохраняться. Блин, только не говорите, что здесь этот священник драконий, ёлки-палки, тусуется. Опа! Нормально, фаербол. А, вот, ну это босс, понятно. Так, сохранимся. Не знаю, чем он будет бить. Посмотрим. Да, 88 уровень. Но мы уже их убивали плюс-минус. Ну что-то пока слабовато. Пока очень слабовато. Давайте пить всякое. А кто стреляет? Кто это стреляет? Кто стрелял? Фаерболами. Ничего не понимаю. Пещера полная алмазов и рубинов. Несгораемости. Вот это я понимаю. Катавасия. Спасибо. Свиток, это ожерелье несгораемости как раз то, что надо. Тепла у меня есть, а вот несгораемости нет. Так, ну что, проверяем дальше, что тут есть. О, стеклянный двуручный меч пламени. Жалко, что я не двуручник. Можно было бы посражаться. Так, а тут что? Ничего, что ли, нет? Хм, странно. Окей. Где мы выйдем? Хо! Здрасте, приехали. Я еще ничего не забрал.
Ну давайте еще кружочек навернем. Заберем все, что надо. Так, что у нас тут? Кольцо надо еще знатного дворянина. Все есть. Так, забираем оружие. Которое продадим. Продадим. Это кто? Ты один здесь такой? Что-то мне показалось кольцо или это капюшон так. Бретонец. Так, хорошо, хорошо. Надо же все забрать, правильно? Че, мы просто так сюда что приходили? Мы же за сокровищами. Мы же. Да, и здесь, кстати, тоже что-то есть. Так, льняная ткань. Ну, книги можно взять, в принципе. Черепушка какая-то. Так, и куда-то я еще там складывал свои пожитки. Как нырять-то? Вот тебе, пожалуйста, сундучок, ученичок. Ой, лишнее набрал. Ну ладно. Всплыть-то я смогу. Ой, какой-то я медленный стал. Пипец. Интересно, персонаж сможет всплыть с таким весом? Вроде всплывает, но очень неохотно. Щитов каких-то набрал, блин. Стрёмных. Нафига вот он нужен? Так. Нордский лук, ладно, возьмем. Стеклянный двуручник. Ну, в принципе, что, я бегаю, нормально. Так, только от этого парня еще надо забрать. Я только ума не приложу, кто там фаерболами по мне шмалял. Ведь шмаляли вот отсюда фаерболами, точно. Ну, это типа статуя, что ли? А, все, я уже взял с него. Окей. Все, тогда уходим отсюда. Ну, отлично. Что можно сказать? Просто замечательно. Зачистили. Так, вот почечка. Сейчас мы выбежим. Ой, не так, вот так. Отлично! Эпизод будет не маленький. Так, что мы тебе должны скинуть? Очень много чего. Но в основном все на продажу. Да. Хорошо. Устранение огня у меня есть. Подожди.
А я нашел несгораемость 35. А, получше. Ну хорошо, чё, замечательно. Пусть стани меня к себе, или надо до утра ждать. Дом шахтера открыть. Закрываем квест. Да чем? Шахта закрыта до тех пор. Правда? А мы-то думали, Ярл сюда целый полк пришлет шахты отбивать. Ну, теперь и к работе можно вернуться. Спасибо тебе. До встречи. 1000 септимов. И я помог жителям предела. Класс. Квест, квест, квестович. Ну, я не буду уж возвращаться к Ярлу. Это мы сделаем в следующей серии. Вот. Что я могу сказать, блин, ну... Прошлый раз, конечно, я дико бомбил. Сейчас я взял в кулак все, что надо было взять. Вот, взял нужные резисты, и в целом все неплохо. Мы одолели и Малкора, или как он там его зовут, и его тень, блин, гребаную еще так куча. В общем, да. И получили отличный меч. Шикарный меч. С которым, мне кажется, можно любого драугра просто валить без проблем. Но единственное, что священники дракона, конечно, еще впереди. В общем, что можно сказать-то? Спасибо за просмотр. Будем дальше играть пока что. Всем пока.